когда начинаешь у родителей спрашивать о здоровом образе жизни, никто из них не связывает здоровый образ жизни с правильным питанием. Проанализировав медицинские карты наших детей, мы убедились, что у нас только 22% здоровых детей в школе. В чем причина такого показателя заболеваемости? Мы думаем, что это процент неграмотности наших родителей в правильном питании. Поэтому так и родилась идея, что нужно и родителей, и детей научить правильно питаться, рассказать им о принципах здорового питания, и не только рассказать и показать, но и научить, как нужно правильно питаться. В рамках инициативы было закуплено технологическое оборудование. Это 3 пары конвектомата для пилотных школ. Ну, что такое пара конвектомат? Пара конвектомат – это оборудование будущего, которое позволяет полезную пищу сделать еще и вкусной. И, наверное, можно сказать, что неполезную пищу сделать полезной. Есть технологическая карта по производству, по приготовлению картофеля фри. Так вот, насколько мы знаем, что это вредный продукт, параконвектомате приготовленный, он рекомендуется для школьного питания. Мы знаем, как дети его любят. И в такой столовой, конечно, хочется и готовить вкусно, и кушать вкусно, и проводить различные мероприятия популяризации здорового питания.